Депутаты от «Единой России» вручили благодарственные письма Совета депутатов отличившимся работникам предприятия «Одинцовская ДРСУ», посетив базу ремонтно-строительного управления в рамках реализации проекта «Безопасные дороги». Одинцовская ДРСУ является одним из самых крупных дорожно-строительных предприятий в Московской области. В своей собственности оно имеет свыше 100 единиц различной техники. Сотрудники предприятия имеют соответствующую квалификацию и большой опыт. В своей работе они неукоснительно соблюдают все технические требования и нормативы, отметил депутат окружного совета Павел Чемурлиев.